доброе утро. У нас была микроавтономка. Выезжали на лед, на Онега ночевали. Правда, самых храбрых остался только еще один шерп с нами ночевать. Все остальные почему-то уехали на теплую кровать. Вот. Но, тем не менее, мы это сделали. Кто хотел, попробовал. Сейчас поедем домой. Правая задняя. Да. Вот это... Ну что, ребят, наши туристы не выдержали свежего воздуха и решили ехать в Москву. Говорят, по смогу соскучились, аллергия у всех от чистого воздуха появилась. Вот начинаются сборы, но на прощание мы их проведем по вездеходной дороге, по которой уже много лет никто не ездил. Я сам по ней не ездил, и будет интересное приключение. Надеюсь, мы все успеем в аэропорт, там кто куда. Конечно, везде успеем. Замечательная поездка. И нас еще самое интересное, нас ждет впереди еще много очень интересного. Да. В Москве. В Москве. Все. Разбег, туристы. Уезжают. Потом возьму Вадика телефон и грузим. За машинам! Все, греемся. Все, греемся, стоим, греемся. Там торосы до дна забили, поэтому река устала очень хорошо. Вот и первый у нас завальчик вот такой. Сейчас будем резать. Тормоз. Мишай! Мишаня! Нижний след. Нижний, понял.
ребят, сильно друг другу в задницу не вставать, чтобы было место для маневра машины, которая препятствия проходит. Принято! Так, ребята, брод на реке Сорма. Первое. А? На первое. Второй хотел Здесь. Вот поляна, да. Все, здесь встаем. Да, разбивается лагерь. А разбивается вообще он не просто. Это вот такая вот полевая кухня раскрывается. Томатный сок нашли, вот тут огурчики. Все домашние соленья. Да. Только для тебя специально. Да есть она, вон она. Так, господа, кому я? Господа, предлагаю всем присесть. Вот так вкусно. Да. Ну так, грилю-грил. Тема. Первую покупку, что будет, как приеду, раз, то вот это. Первый же, вот завтра как раз на бреду. Это правда удобно. Путин удобно. Четыре полета, ну таких, полышка, между ними
кружку надо и снизу, чтобы пламя занялось. Еще надо горячего. Да, да. Это, кстати, не, кстати проверенная но. Тема. Да. Надо бы зимы или нет. Да, слушай, ну. Ажор. Получается. Лучшая тема. Сколько он пережарил за эти три дня? Да. Гриль, говорю. А, грил супер. Да. Грил супер. Смотри, столько ему за три года ближайшее не пережарит. Ребят, ну туристы с Москвы приехали, ёлки-палки. Да. Туристы, ты из мокрых дров попробуй это приготовить. Ну так туристы из Москвы именно из мокрых дров и костер разжигают. Не туристы, лохи из Сибири. Не, Сибири нельзя говорить. Москвичам простят, а вот в Сибири не простят. Мишлен позавидовал. Закрывай, скорее, закрывай, сейчас разберут. На первой Стоп. Газ не дергаем. Первая передача и плавно пошли вверх. Андрей, назад. Более прямо выходи на трассу. Вадик, сбросьте давление еще. Вадим, сбросьте давление, спустите колеса. Видишь, наша траектория самая оптимальная. На асфальте накачиваемся. А, Вадим, сбросьте давление.
Вот здесь ребята нормально поднялись все. Сорок сделай. 40, и по новым следам, не по старым, по этим прокопанным, а по новым проходи. Да, 35-40, вот так, не больше. Сереж, накачивайся до соточки где-то. Ну что, господа, хочу вас поздравить с завершением нашего путешествия. Спасибо. Все целые, здоровые. Это еще не завершение. Как я Ростов доеду, тогда это завершение будет. У тебя еще все только продолжается. Да, да, да. Весь ночь у нас еще впереди. Я понял. Валер, доброе утро. Выжили? Живые? Я живу, я рад видеть. Вера, спасибо, дорогой. Мы еще не прощаемся, нам еще грузиться. Все, ребята, туристы разъехались. Вот поймали медведя маленького, вытряхнули его из шкуры. Шкура лежит, сохнет. Как-то так вот. Вот это нам подарок передал Эдик Доктор. Эдик, большое тебе спасибо. Мы будем здесь через 2-3 недели и обязательно его попробуем. Произведение искусства. Скажу тебе честно, бутылку эту я заберу с собой. Пустую. Ты, говорит, смеялся с комментом. И таким лицом он метку хавнул. Даже он в жопу покатился. Что ты меня слышал? А там с комментом нету, Гена. На подносе лежит какая-то скамейка. Там через поднос под скамейку видно. Когда после трех напряженных дней мы немного отдыхаем. Ты какаешь, нет, я кушаю. Ты Гена курица. Ген, ты где эти сигареты взял? Тут, походу, мы все тоже на маячках сидим, елки-палки. Походу, они ошиблись. Похоже, нам что-то в мясо подмешали. Вот, я покажу, вот они. Вот. Васильич, не надо это было. Вот такие я. Ребят, всем привет. Ну что ж, настал день отъезда. Мы с Мишкой собираемся домой. Хочу немножко пояснить. Это у нас был выезд не на рыбалку, в основном. Это была тренировка водителей, которые вот недавно только ребята приобрели шерпы и набирали лёточасы. Как бы, ну, рыбалка тоже была побочна, и она не очень-то удалась. Попали мы в такое время, что одну рыбу рано ловить, другую уже поздно. У нас с собой волокуши. Вот так вот здесь загрузка. Сейчас будем выбираться на большую землю. И надеюсь, мы еще сюда приедем. Вытегра находится в северо-западной стороне Вологодской области. Он является административным центром Вытегорского района. Город расположен на берегу двух рек – небольшой реки Вянги, которая впадает в более крупную реку Вытегру. Вытегра находится на Волго-Балтийском водном пути. Река Вытегра соединяет город с Онежским озером.
В городе расположена Вягинская пристань, через которую издавна проходил торговый путь из Архангельска в город Санкт-Петербург. Эта местность начала заселяться в начале 18 века, когда Петр I прокладывал торговый тракт Архангельск-Петербург. Тогда он повелел заселять это место крестьянами. В 1710 году здесь основалось поселение Вянги, и при нем была построена Вянгинская пристань. В 1715 году недалеко от пристани была заложена судостроительная верфь, где до середины 19 века строились суда. Деревня быстро развивалась, в конце 1773 года была преобразована в город Вытегра. С 1776 года 18 века Вытегра относится к Колонецкой провинции и входит в ее состав в Новгородскую губернию. В 18 веке жители Вытегра занимались в основном торговлей и судостроением. В начале 19 века вся их экономическая и культурная жизнь была связана с открытием Маринского канала. В начале 20 века Вытегра становится местом ссылки политзаключенных. Во время Великой Отечественной войны окрестности города Вытегра находились в зоне боевых действий, а через Мариинский канал шла эвакуация населения. Вытегорский район освободили от немецко-фашистских войск в 1944 году. В 60-е годы 20 века Мариинскую водную систему реконструировали, и вместо нее появился Волго-Балтийский водный путь, который оживил экономику города. В городе находятся 4 музея, районный краеведческий музей, дом-музей поэта Клюева, музей подводная лодка Б-440, и музей «Водные пути севера». Еще одной архитектурной достопримечательностью Вытегра является Воскресенский собор. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.